остались. А, поищи что-нибудь, чем можно подпереть. О, тут столько всего интересного. Элли! Да. Ну, давай! Так, держу, держу, держу. Смотри. Охотники. На их месте могли быть мы. Надо же, сколько людей здесь погибло. Надо было разворачивать машину и валить. Мы выжили. С трудом. Уходим отсюда. Как ты узнал? Ты о чем? Насчет засады. Я был по обе стороны баррикад. Значит, ты убивал невинных людей? Ну, значит, да. Понимай, как хочешь. Похоже, здесь эти козлы спят. То есть спали. Посмотрим, что тут. То, что надо. Фух, мне показалось, они не зараженные. Неважно, пошли отсюда. Вот мост. По нему мы выберемся отсюда. Элли, не спеши. Подожди меня. Ну чего тебе? Я здесь. Давай я пойду первым. И не шуми. Ладно. Вот ее комиксы. Я могу свистеть. Ну вот. Теперь будешь меня доставать. Крутота! Что это? Не знаю. Элли, пригнись. Ты стрелять вообще умеешь? Прячемся! Да иди ты. Ты же все пули в молоко всадил. Лучше б в тебя. Ну ладно, ладно. Промазал, бывает. Хочешь, потренирую тебя в тире? А ну тебя. Куда они делись? Должны быть здесь. Они на повороте шоссе. Не удивлюсь, если у них там еще туристы. Хорошее местечко. Везет же им. Погляди пока, чем тут можно поживиться. Ничего тут нет, идем дальше. А мост ведь далеко. Дойдем.
КПП без солдат. Сейчас в большинстве зон так. Это уже давно заброшено. Слышу охотников. Да, я тоже. Главное, пока мы не уйдем отсюда, говори потише. Ясно? Там была одна девица, злющая как черт. А уж какая верткая. Мы там всех перестреляли за пару минут, а за этим шилом в заднице гоняли часов пять. Да, иногда приходится отрабатывать свои денежки. Точно. Мы уже почти закончили. И тут она начала стрелять. Эта дура могла уйти, но... Джоэл, нет, справа! В итоге двое ребят ее отвлекли, а я взял прицел и симпатичную головку и... Черт, может, стоило прихватить ее с собой? Переманить там. Босс говорит, нам пора разгуляться. Надо нам всем глотки. Босс новый, треп старый. Он говорит, у нас теперь достаточно людей. Можно расширять периметр. И что нам это даст? Не знаю. Может, бензин найдем, еще генераторы запустим. Я хочу проектор починить. Кино посмотреть, все дела. Я слышал, еще бы чуть-чуть. Расширение ни раз и ни два. И каждый раз, когда мы пытались это сделать, нас убивали. О чем знать? Может, получится. Нет, ты на это надеюсь, малыш. Только проживешь. Слышал! Это там! Стоп меня! Лежи, лежи, лежи. Опять они. Хорош возиться. Ну, валим отсюда. Ничего. Вроде нас не видели. Фух, вот и наш мост. Мы приближаемся. М? Не будем терять время. Пошли. Подсади меня наверх, я положу доску. Подожди! Узнаю, что там. Это еще что? Что там происходит? Залезай, пойдем через отель. Ну ладно. Клади доску, как они. Готово. Но ты тут так просто не залезешь. Mm-hmm.
Фу, ну и вонище. Да, дерево прогнило. А ты часто бывал в кафе? Ну да, нередко. И что ты заказывал? Просто кофе. Думаешь, охотники ушли? Скоро узнаем. Тут все чисто. Спускайся. Ого, круто. Жил когда-нибудь в таких местах? Ну, пока все не накрылось. Нет, для меня слишком дорого. Роскошное местечко. Как бы туда залезть? Здесь слишком высоко. Давай осмотримся. Давненько я не пил кофе. Так. Смотри под ноги. Здорово. Да, черт. Пригнись. Стоп. Сколько же это? А, пятый на этой неделе, но я не жалуюсь. Может и нет. Ну, все? Надо проверить еще один этаж. Что проверить? За неделю ни одного щелкуна. Потому что мы работаем тщательно. Давай уже закругляться, ладно? Ладно, пошли. Как насчет перекусить? Не, давай через часик, перед тем, как возвращаться в лагерь. Хорошо. У меня еще сухофрукты есть. Я запомню. О, Боже. Я тоже слышал.
Смотри, похоже, в этой шахте есть лестница. Постой, дай я попробую. Посмотрим, что там. Тут узковато, но... На всякий пожарный. Лучше найди, за что ухватиться. Ну, вперед! Ладно. Вперед! Ты меня до смерти напугал!